Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы летим играть в Among Us с модом на Гарри Поттера. И мне кажется, я показал вам уже все, но вообще нет. Ведь своего внимания заслуживает камень, который позволяет мирному видеть призраков. И тем самым, этот камень очень много игр заруинил мне за предателя. Но когда мирным был я, и пришла очередь моя палить, то предатель. Я сделал один мув, и я надеюсь, что он был правильный, поэтому напишите об этом в комментариях. Не бай. Ну а перед началом ролика не забывайте залетать в описании. Там есть ссылка на Twitch, также на телеграм-канал, где вы можете получать уведомления о новых роликах. Ну а я не буду задерживаться. Погнали. Let's go. Oh my god, you kill Kenny. А подожди, а чё, у вас нет заданий вот этих? Так, мы вот это выполняем. Убегаем. Можем гасить свет. Не, не можем гасить свет. Подожди, мы забегаем вот сюда вот. Искать шмотки. Опа, кружка пив. А чё? Олег, а как ты кружку пива пробежал? Я ее даже не видел. Короче, я просто думаю, что предметы спавнятся, во-первых, не сразу, все прям. Они спавнятся рандомно. Некоторые предметы появляются не в первом раунде 100%, потому что до этого, ну, в предыдущих раундах я сколько бегал. Вот эти все философские камни и так далее я находил в середине игры. То есть они не с самого начала. Мне кажется, они после обсуждения спавнятся, поэтому я сейчас сделал вообще больше, чтобы... Не-не-не, я сейчас этот нашел. Пиво. Да, больше кнопки, Олег, нету. Пиво, да, то есть такие спавнится, такие, типа, ну, ништячки такие слабенькие в самом я начале. Я карту нашел, я просвечу и увижу, кто убивает, поэтому готовьтесь, импостер. Бля, зачем жнут? Ну? Да, Алён, байтит. Так, подожди, я хочу убить на свету сейчас человека. Я сейчас могу бежать вот сюда, вот, вот так вот, встаю, выполняю вот эту хреньку. Выполнили. Теперь мы бежим вот сюда, вот, я хочу через эту штуку попробовать убить. Теперь я скачаю ф... Все, с кайфом. Опа, подожди. Тут опять пиво валяется. Так, мы убегаем отсюда. Подожди-ка. Так, тут знат у нас. Тут эти штуки. Здорово, знат. Пока знат. Мы убегаем. Здорово. Где? В офисе. А вы ёбу? 51-й. В офисе? В офисе. После того, чтобы в офисе. Литпут пробегал. А, офис. Ну, мы в офисе. Я, да, в офисе. Это где? Я видел, что знат очень быстро бежал. Под пивом был? Не, подожди, тут два разных пива. Типа, одно меня колбасило туда-сюда. Нет, нет, нет. Все одинаково. А, я думал, просто вы сами... А, понял. Так, в медицину я сейчас только собирался почти. Джонни побежал налево, верхний реактор, непонятно почему. Я предмет ищу. А где именно? Мне кажется, все сейчас бегают. Где именно труп? Чего? Где именно труп? Я если что, свет врубил через... Ну, в какой части офиса? Справа, слева? В медицине вообще. Где медицина, не знаю, мне чат. Я не успела понять, где, я просто увидела труп. Чат не считай лучше. Да, пусть лучше чат не подсказывает, кто, если стрим-снайпер. Ага, хорошо. Да. Доми, теперь я за ним. Это Аси, я кикаю его. Легко. Не, ну я не знаю, я скипаю. Ясно, все, спалились в доме, Аси. Доми, я чат читаю, у меня тут чат говорит. Да, что я? У меня 10-й раз выпадает такая роль классная, я обожаю. Заебал, мне две роли одинаковые выпадают. Олег! Как они тоже. Хочу Рона или Гермиона. Ой, извиняюсь, простите. Что, настолько тяжело предметов, да, аж одышка? У меня есть полные карманы предметов. Так. Я понял. Надо Олегу. Надо Олегу. Не-не-не. У него камень. У него камень. У него камень. Это чё? Это нулевое КД сейчас было. И подожди, Олежа? Нет, это было нулевое. Подожди, а почему никто не умер? Я умер. А, у него камень. Я возродился. Ай, блин. А Джонни? У меня была просто эта волшебная палочка, которую я подобрал. Я типа просто на рандом сейчас на кью нажал, типа, и мне интересно было, кто умрет просто еще. Я его кью. Лотерея. Так, подожди, а это что? Повезло, Джонни, повезло. Джонни может быть импостером. Не-не. Могу, конечно, быть. Но я... Нет, типа... Че, палочки нету, блин. А зачем ты так рано? По приколу. Это же фановый мод. Ну да, базар нет. Бля, ну нахуй, ну, блядь, у меня камень теперь нет, блядь. Зато ты живой, брат, зато ты живой. Спасибо, блядь, нахуй. Так, надо двух коллекционеров сейчас убить. Это Джонни и Олега. Так, мне вот эту штуку надо выполнить. Все, это мы выполнили. Теперь мы можем убегать. И нам надо реально убить сейчас Джонни и Олега. Подожди, ну мы типа тоже ищем предметы, так бегаем, вся фигня. Спасибо Ладно. Большое. Так, ребята, у меня шляпа. Смотри, это ураган, Олег. А почему? Проверяю. Давай. Сейчас, 3 секундочки подождать. Не, подожди, Джонни, а почему это я? Ну, короче, я потом скажу.
Не, это типа... Подожди, не, стоп, 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 стоп. А почему Джонни? Призраков вижу. Ах ты ублюдок, 51! Такая сука, гладя, я твой рот! Хорош, хорош. Я предметы рассматривал в доме, если что. А, ладно, хорошо. Хорошо, что я обратил на это внимание. Такой ублюдон, боже. Ты такая собака, 51, я тебе клянусь. Я к нему подлечу сейчас, я подлечу. Чё ты, чё ты? Утырок, блин, ходячий. А чё ты, чё ты? А? Диана умерла справа сверху. Да, да. Справа сверху? Только с кем не пересекался. Именно где, именно где? А, это Ащи тогда получается. Подожди, подожди, именно где? Скажи, Джонни. А я могу даже сказать, это там, где это вот делать, плюс-минус, да. Где еще раз? Жестко. Там ниже, плюс-минус. Да, плюс-минус. Да, не Олег. Я это вот выхожу с офиса в левой части. Ну, примерно делаю какое-то там задание, вроде бы. Включается саботаж. Я бегу на саботаж левый, чиню его, навстречу бежит Джонни. И я про себя говорю: блин, Джонни, пожалуйста, не контроль мой майнд. Захожу в этот в мед, и меня контролят. Доми, расскажи мне, пожалуйста, почему это могу быть я, который выкинул Волан-де-Морта, который, там, не знаю... Потому что я вроде, насколько я помню, в этом раунде, кроме как с тобой, я ни с кем не встречался. Я тебе говорю, Доми, я напомню. Эта метка держится с самого начала игры. На всю игру. Короче, мне кажется, это литбой. Ася. Нет, я тебе объясняю. Олег, я в Инвизи ходил, я видел, как вы... Вин Дизель? Ася, ты в Инвизи ходил? Да, я невидимый был, а видел, Ася, как диковин. Я Гарри Поттер. Постер, да, получается? Ну, ты магл, наверное, хуй знает. Нет, Ася, какой магл? Я Гарри Поттер. Блядь, Джонни, давай хуй. Наггис. Все, это, ребят, эмоционал чек был. Все нормально. Надо. Ну, хуй, бать ты. Ну, я поверил, Ася. Это эмоционал. Я в литпутов кин. Это не я. Это не я. У тебя есть камень? Есть? Нет, меня Олег убил, бля! Это не я! А ты меня убил, чтобы камень не возродит меня теперь. А, точно. Ну, давай вот Джонни просто сразу херачить, а знат реально крыса. Ой-ой-ой. Конечно, знат-то я точно отомщу, потому что он впервые, типа, первый полил. Так, мы разберем эту ситуацию, я надеюсь. Смотрите, Литпут или Доми, кто из них? Мне кажется, не Доми. Галочкой отметил Литпута. Смотри, Литпут, давай... Подожди, Ася, это точно не Олег? На, подожди, мы выкинули... Я шляпу заюзал. Ну да, ты бы на своего не юзал, значит, Литпут. Или бы заюзал. По эмоционалу я... Или бы заюзал. Господа, всего лишь 250 человек осталось. А? Чё, всё, экскип? Либо Доми, либо Литпут. Нет, Литпут, это не... Либо Ася. Либо, я по эмоционалу Асе поверил. Да-да-да-да! Блядь, Знат, ты такая крыса, я в шоке! Красавчик! А чё ты убил меня? У меня не было никакой карточки, я по приколу сказал, он бежит убивать меня быстрее. Я себе что сделал, чтобы мне так выпадало много, а? Ну, мы типа водичку попили, мы бежим вот эту штуку выполнять, и мне надо большое сборище народу. Подожди, где мы можем огромное количество людей в связи собрать по факту? Мне надо Марка кого-то убить, всё, понял. Вот это тут есть. Теперь мы бежим чекать вот тут вот. Мне надо просто сейчас всех обклеить этими штуками. Все живы. Все, ну мы типа мирного пока отыграем сейчас. Опа, змеюка, аккуратно. Тут бежит Литпут. Литпут самое главное не того. Это мы того. Вот так вот заполняем колбочки. Колбочки есть. Ты чё, Литпут? Понял, ладно. Так, подожди. А чё вот это за паук, я понять не могу. Розно. А мы случайно убили его. А, труп, когда ты выходишь из медицины, прямо чуть ниже опустишься и там возле камня, короче, труп Зната. А мне кажется, это саморепорт, потому что я только что пробегал, и он живой был. Я секунды 4 где-то назад пробегал, он живой был. Что? Нет, братан, ты не прав. 4 секунды назад мимо меня пробегает Джонни, я бегу налево, вижу, как Знат стоит возле двери, пробегаю вниз... И ты репортишь. Смотри, это не Джонни, это не Литпут и не Диана, это потому что свежий труп, они... да? Хер его знает. Это свежий, потому что 4 секунды назад он был жив.
Только что я зашел на... Литпут, Диана и Джонни были, где Скан тусовались. А ты как меня увидел? Я в Винвизи был. Винвизи. Винвизи. Только что я стал на уровне, и Олег прибежал ко мне, поэтому... Во-вторых, Злат с Олегом выбегали. Если ты говоришь, что живой... Нет, они не выбегали. Вначале ты еще тогда с Литпутом там стоял, тогда еще дверь открывал Знат, за ним Олег бежал. Я в Винвизи ходил... И смотрел это. И смотри, если ты говоришь, что он живой был, ты его видел. Да, 4 секунды. Потом. Ну тогда это возможно в доме. Я только что тебе говоря, объясняю, что я на левой части, ко мне еще Олег прибежал, я на уровнях вот этих. Может быть, Олег когда пошел и убил, может знать. Нет, да, Олег может быть. Короче, да, путно, откуда есть ямы скипы. Какие-то? Есть, короче, конечно, ой, все, отец. Понятно. А, нет, стоп. А, туалет есть, яма. Все. Тут в доме. Я наблюдаю инвизи. За мной побегаешься сейчас? Ёбаный Гарри Поттер, бля! Да он задолбал, у меня метка Гарри Поттер. Ща, я знаю, что я сделаю. Так, там Литпут, по факту... Так. Так, у меня на доме тут есть... А, все, починили, все, кайф. Подожди, где Аси? Мне надо понять, где Аси. Подожди, тут Аси нет. Диковинку мы того. Ну, я на датчике стою до последнего. И мне кажется, то, что мне нужно сейчас... А ну, подожди, Джонни тут. А дай-ка я возьму Аси. Я спалился чуть-чуть. Я от жестко спалился, если что. Короче, чё? Смотрите, меня сейчас майн-контролили, и это вообще не повезло человеку, который меня майн-контролил, потому что... Я тебя не успел убить? Чего, Олег? Я просто призраков увидел, и как бы, ну... Призрак летал над ураганом, как бы, вот, постоянно там подмечал его, вот. Или ураган. Ну, короче, я сейчас просто подошел к столу на обсуждение, там стояла кнопка ураган. И над ним Знат прям крутится вот так вот. Ага! Хорошо, без проблем. Я сам себя еще проголосую. Блин. Я не знаю, так это или нет, но... Ася, теперь в инвизии за Дианой последи. Я его рот ебал, он заебал меня уже. Пошел нахуй. Он второй раз меня палит, собака. Let's go. А ну-ка. Мугл? What is a мугл? Кто-то... Ай, я простой смертный. Я мугл. Вот почему в вашей вселенной Гарри Поттера, которого я не смотрел, есть такой персонаж, как мугл? Ты что такое? Ну ладно, я тогда буду ходить, как бы собирать шмоточки. Мне-то что? Сейчас, смотрите, показываю. Ты выйдешь оттуда? Ты выйдешь? Смотрите, Зната, смотрите. Бежит на кнопку нажимать молодой. Смотри. Реально. Мне кажется, он кнопку сейчас нажмет. Я вот сюда могу посмотреть. Бежит? Чего? Какая трап активит? Какой трап активит? А, вот все. А, не пошел нажимать. Кёрбин, Минкон. Ах ты собака. Аси, Диковин, Калек. Кто-то из них троих. Меня взяли под контроль, убили Зната. Ну да, я бегаю еще вообще эти. Стою долго, бля, я наступил. Предметы. Предметы еще. Сейчас, подождите. Кто может... Ну... Бля, как это, профануть то, что Олег двигался это сейчас. Не, конкретно сейчас стоял на задании у дерева, выполнял задание с деревом. То, что двигалась диковинка. Я до сих пор там, блядь, стоял вот это. Но просто, Аси, ты мог спокойно, типа, нажать кнопочку, и, типа, на том же месте ты мог... Ты видел, что я ходил? А дальше, блядь, и все могли, блядь. Я могу подтвердить, что Ази стоял все время на одном месте. Ну да, это я тоже видел. Видел. Ну вот, я ходила, вот доказательство. Ну ты, блин, я не знаю, я потом ушел, ты могла и на месте стоять. Еще, блядь, темно нахуй, сука. А, Томми, а ты где? Просто, знаете, что возможно? Я был сейчас на этих, на воде, слева снизу. А ты никого не видел? Видел, но я не запомнил. Я сейчас, знаешь, блин, я, короче, сейчас, мне Ася сказал, сейчас еще темно, блин, так, я почему-то подумал, что он в темноте сидит, прям перед монитором, не видит. Я вообще забыл. Все, мозг поплыл. Короче, ну это непонятный килл такой. Подожди, Ураган, ты прям запоминал, 3, да? Три, либо Олег, либо Диковинка, либо Аси. Вот это три человека. Я много с кем пересекался, я могу уже каждого, камер. Мне кажется, отметить, типа, я был предыдущий. Там нету такого КД. Короче, я не запомнил, кто рядом со мной прибыл. Короче, Аси, Диковинка и Олег. Ну да, блядь. Ну, карандашиком. У нас не стоял, где хвилядник говорят. Так он, Ураган, типа, единственный, типа, просто запомнил, с кем он был. Кого замайндили. Замайндили. Ну давайте посмотрим. Здравствуй, Доми. И что, ну я хочу побегать. Что я нашел? Опа, подожди-ка. Я ж палочкой могу убивать, да? А ну-ка, подожди, кого? Олег или...
Ася, Олег, Ася, Олег, Ася, Олег, Ася. Олег. Не, подожди. Чё? Как можно... О! Олег, Ася, Иники, Быники, Ели, Вареньки, Чай, Семен. Ася, где Ася? Где этот ублюдок маленький? Подожди, а как мне убивать этой штукой? Можно вопрос? Так, Литпут бежит. Так, подожди, мне надо, чтоб починили. Мне надо, чтоб починили. А, Литпута контролили, походу. Сука. Как я понял, да? Ну, ты видел, я двигался. Да-да-да, это не ты, Ася. Я сейчас это стоял Олег. На этом, на пункте я управления. Ой, не на пункте, где... Короче, где этот... Зеленый. Стол, да, где стол, который я... показывает, где он находится. Я видел, что да. слева я было, по-моему, 3 или 4 человека. Этой палкой. Справа где-то еще. Короче, для тех, кто не понял, что произошло, мы починили Электро, выбежали с Асей, и Литпут убивает урагана. То есть Литпут вроде тобой контролили, правильно я понимаю? Да, да, да. Я думаю, ты бы не сделал такой глупый килл. Вспомните, пожалуйста. Я стояла в медицине, я помню, видел. Да, потом я побежала вниз и делала фигню с температурой, типа. Хотя, подожди. Джонни? Это вот кто-то из них двоих. Это минус, значит... Олег либо Николай, вот эти минуты. Понимаю. Короче, смотрите, Домик, ты сейчас обеляешь Аси, да? Да, 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 точно. Аси, ты обеляешь Доми? Да, мы вместе с... Мы двигались, да. Тогда смотри, тогда, стояла диковинка и кофе, получается, сейчас. Mm-hmm. Да, но я говорю, я стоял у стола, который показывает, где кто находится. Я понимаю. Слева, я сказал, что слева находится 3 или 4 человека, вот как раз-таки у электрики. И еще справа кто-то был. Я понимаю, но ты можешь типа посмотреть и манить. Да, да, тоже да, не... да. Я так же делал стоял за стола. Вот. Хотите верьте, хотите нет. Кого ураган завещал? Диковинку, кофе и кого-то еще? Меня. А, все, Ась, убираем. Да. Диковинка, да. Кофе, выбираем. Ну, я бы сначала... Я говорю, я была в медицине, потом спустилась вниз и делала фигнюшку с температурой. Во, смотри, Джонни. Ну, по-любому одного человека. Если бы я устала, сейчас не стоял, я скажу... Почему я? Я знаю, что ты устала. Я сказал... Блин! Джонни, смотри момент, один. Я когда стоял у стола, я сказал, что один человек справа был. Если бы я майн-контролил, я не знал, что человек справа находится. Ты посмотрел, типа, и потом начал. А, ну, нет, ну ладно, ну так, я, конечно, понимаю, ну ладно, все. Нет, Джонни, нет, я не буду тебе показывать, нет. А что так криво, кстати? Литпута убили, и он возродился? Алло? Я не могу понять. Алло? Я не буду показывать, нет, ну это нечестно, я не хочу, я не хочу показывать. Потому что я из принципа не буду. Да, ну мне кофе. Что? Что? Нормально. Белый. Джо, как ты это возродился? Гермиона, блин. Как так? Не, я реально, я чист. Нет, иди нахрен, нет, Джонни, нет. Я чисто из принципа не хочу показывать, потому что я горел на знато, а типа, а тут я сон. Вот так побегу по летней постро. Я не хочу так делать. Сори. Типа, может, я этим и буду руинить, мне пофиг. Ну, не хочу я так делать. Пусть они сами вычисляют. Камня не существует, у вас призрак дебил. Так. Труп Джонни в офисе. Диана, ты стояла сейчас в оружейке. Че? Да. Это я, да? Это рядом? А, почему я писать? Я выпила сейчас пиво? Нет, я пиво выпила. Один момент, это был майн-контроль или прям убийство было? Ты я откуда знаю? Я труп нашел. Алло! Кого-нибудь контролили, чтобы убили? А, подожди, мы Олега до сих пор не кикнули, может мы кикнули? Лучше дома. Я думал... Забыли? Подожди, а как назад мы его не... Он возродился, Камень. Да блин! Да ну! Это была бы Магнакайдери с IQ игра! Зачем? А я даже его не... Прости, Олег. Я заметил. Сидит, молчит такой. Да-да-да. Да, я тоже думал, да. Меня второй раз убили. Тебя убили? Да ладно. Да, хорошо, что ты жив. Смотри, я объясню. У меня была палочка. Я промахнулся. Томми, а как ты просто испарился на моих... В общем, меня Ася бахнул сейчас. Я не знаю, просто... Я в смысле убежал? Я палочкой промахнулся и бахнул Литпута. Подожди. Доми. Да, ты я буду гордиться, если вы чёрный был за спамить. Чёрный, умница, горжусь. А в кого-то хотел стрелять? Сейчас горжусь. Диану, она была. А Диана, ты была рядом, когда
Когда меня бахнул, Ася, нет? Подожди, а никого не контролили? Меня убили просто во время этой игры. Я говорю, я палочкой, блядь, промахнулся и в литпуле. Подожди. Зачем ты стоял именно там? А в смысле, а зачем ты вообще палочкой в кого-то махал? Ну что, блядь, уже все, блядь, типа Диана, и все, убиваем, типа ее. Так ее не было рядом даже. Нет, подожди, она даже рядом не была. Меня сейчас Вася просто бахнул. Я тебе серьезно говорю, она была. Вы что, меня голосуете? Я Вася. Она была, блядь, ну ребята, вы еще помните? Это странно очень. Почему ли путай не Вася? Это же не ты, надеюсь, Диан? Я не горю, алло, человек, когда я горел. Let's go! Аси, ты такую фигню сделал! Аси! Я не знал, что он это... Ну ты же видел меня, я перед тобой решил. Одну секунду, блядь, я, короче, кричу, белый, он сидит на ФК, Джонни, не-не-не, я тебе скажу, я понял то, что ты меня видишь, просто я чисто из принципа, то, что я горел на знато, хули он ходит на всех показывает, и типа, и я тут, блядь, сломя голову, полечу всех палить. Типа, сори, я тут за руль. Принял этим, ну типа я из принципа не хотел. Короче, смотрите, я вижу знат рядом с Асей летает, я такой, все, пойду, и меня Олег, нахуй, прямо кнопки, блядь. Да, я еще смотрю, все, это гениально, это было настолько все гениально. Блядь, ты меня вообще не видел? Я тебя не видел. Я тебя не видел, я думаю, блядь, как Джонни умер, я хотел его сам убить, абракадабра, блядь, его искал. А, блядь. Бля, еще, Ася, ты такой еще палочкой махнул, промазал,